Тбилисские дворы. Изнуряющая дневная жара сменилась обволакивающим теплом тбилисского вечера. Под раскидистой старой тутой вокруг видавшего виды деревянного стола сидят мужчины. Вокруг носятся дети, не замечая старших в угаре своих игр. «Марина! Из котлеты ром гетсу и сэхла кухна чаму и тане! Да гивико саперави гамма оголе!» «Марина, ты котлеты, которые сгорают у тебя на кухне, спусти и саперави от гивико прихвати!» «Джулета, цава танем! Артурчик, что прислал бастурму, пришли на вниз!» «Ира! Лаваш, что я принес, и огурцы соленые, пусть Ина принесет нам!» Стол потихоньку заполняется едой, разложенной на самых разнообразных тарелках, одинаковыми граненными стаканами, доки, бутылками с лимонадом и боржоми. «Вах! А 3-0 в Ереване? А, сами 3-0 дебилищи! А ничего в полуфинале кубка?» «Ара, Вартан, коньяк, конечно, хорош, но сколько ты его выпьешь? А с вином мы весь вечер сидим и еще полночи просидеть сможем. При Жаванадзе весь мусорный бизнес был наш. Кроме езидов туда никого не брали. А сейчас Чеварнадзе все испортил». «Чемал, какой бизнес? Вот и езид, ГПИ закончил, строителем стал, машину купил. Ну какой мусор дорогой?» «И он мне предложил переехать в деревню. Я говорю, Тед, ну как я уеду с Тбилиси? А дом, а соседи, а друзья? Как я без этого жить буду?» «Нет, Афганистан — это большая ошибка. Оттуда все равно придется уйти. Все уходили, и римляне, и англичане, и мы уйдем». Я тихонько сидел на старом рассохшемся чурбаке рядом с папой и слушал. Слушал эти взрослые, порой совершенно непонятные разговоры. Но главным была не речь, главным был дух. Дух, витающий над этим двором и этими людьми. Дух любви и уважения друг к другу. Они спорили до хрипоты, по-южному эмоционально, размахивая руками и порой вскакивая на ноги. Но я ни разу не слышал, чтобы они оскорбляли друг друга. Грузины, русские, армяне, езиды, азербайджанцы, украинцы, евреи. Один папин товарищ был испанцем, семья которого осела в Тбилиси после гражданской войны в Испании. В общем, такой интернационал в миниатюре. Я тихонько сижу на гранитных ступенях нового дома с красивым фасадом и стеклянным подъездом. Вере, когда-то здесь был старый тбилисский дом с итальянским двориком, в середине которого росла старая тута. Нет ностальгии по месту. Ты всегда можешь туда вернуться. Есть ностальгия по времени. Увы, оно течет только в одну сторону, и вернуться обратно невозможно.